Подожди, я включу в компьютер тогда. А, ты включил уже? Ну хорошо, все, замечательно. Спасибо. Ну что, значит, прошлый раз, кто был, значит, помнит, а кто не был, я сейчас повторю, Мишну, да? Мишна, да, мы начали учить пятую главу. И первая Мишна такая. Машилин пирот дырх арба бьем дур. А вот оба шаббат. Значит, имеется в виду, что арба – это дырка в крыше. Вентиляционная, оно же дымовое отверстие. Сегодня так называется печная труба. Значит, имеется в виду, суть по всему, как мы поняли по комментариям, что есть плоская крыша, на ней лежат фрукты для просушки, например. И начинается дождь, собирается дождь. В Йом-Тов можно их сбросить в эту дырку. А дырку потом, как мы сейчас потом выясним, на брезент. Не совсем брезент, да, брезента не было еще. Вот, в Йом-Тов можно, в субботу нельзя. Вот, этому посвящена вся первая субья, как мочелин, это значит сбрасывать, да? Это когда что-то падает сверху вниз. А там целая субья, целая первая субья посвящена как раз этому. Потому что там может быть и мочелин, и маширин, и машлихин, и машхилин, и машхирин даже. Да, тут как бы они выясняют, что как бы что у этого слова много синонимов, похоже звучащих, поскольку Мишна передала устно, как мы понимаем, могли быть некие недослышки и оговорки. Да? Поэтому было пять вариантов этой машины. Вместо машины могло стоять пять разных слов. Поэтому посвящена первая судья, и это не получается. Дальше. Мишна говорит, у мехасин пирот бекели не аделе. И эти там, наверное, плоды, фрукты, зерно, бери пирот, можно покрывать утварью, будем говорить, более широко. Причем, я не знаю, что здесь килим, может быть, килим клей херес, да, то есть посуду. А может быть, килим в смысле одежда? Она тоже так называется. Одежда? Она тоже так называется. То есть, в смысле, буквально брезентом как бы покрывать. Вот. Мипней Адели, в смысле, что когда не течет какая-то струя. Ну вот ты сбросил в эту арубу, она теперь лежит под дыркой. И эта дырка течет дырку, правильно. Надо ее как-то укрыть. Открыла бочку, например. Ну, я же не знаю, что ты с ней делаешь. Нет, это интересный вопрос сам по себе, но как бы оно интересно даже не потому, что ты думаешь. А почему он меня наоборот фотографирует? Нет, да. Очень странно. Наоборот, даже не зеркально, а наоборот. Да? Нет, там все еще хуже. Еще хуже гораздо, потому что это вода зарая из пространства. Вообще жидкости не оставляли открытым. Потому что придет змея, попить из этой жидкости и выпустит туда своего яда. От этого можно умереть. Вот. Поэтому жидкости они забегали оставлять открытым. Странное заявление насчет. Может быть, они даже к этому зацепят в Азгемаре. Да, что закупка откуда взялась. Потому что они ужасно опасаются, они считают, что это просто запрещено пить. Да, то, что осталось от первого. Да, у тебя встречался с твоей личностью, я помню. Векен кадеян, векадей шемен, да, и также бочки с, ну, кушины с вином, кушины с маслом.
Слышь, это даже не бочки, это кувшин. То есть, когда ты уже налил, как бы, это самое, поставил, ну, например, я не знаю. Нет, почему же это? Ведь закрытыми они держат только когда на него никто не смотрит. И представь себе, вот у тебя как бы праздник, вот ты сидишь. Значит так, ты же не из бочки цедишь себе, ты налил себе кувшин и потом среди стола. И думаю, где у него начала течь целая тонкая струйка воды на цвет. И что ты делаешь? Ты накрываешь ее в тарелку. Вопрос, что, чему это мешает, как бы, в смысле, почему бы это мы подумали, что бы это нельзя? Она не об этом будет говорить, я пока не понимаю. Я тоже не понимаю пока, но возможно об этом говорить. Вроде можем, да. Сейчас, да, посмотрим. Вот они здесь говорят, Раши говорит, Мехасин это ПО. Велом Ринан Торов шело лицо прием. Дешару ли Равона Мишун и все это маму. Так вроде они говорят, что мы могли бы подумать, что это вроде бы как не нужно делать, потому что это не нужно для самого Йонтова. А они говорят, но зато, чтобы не пропало добро, чтобы добро не пропало, это очень важный аргумент. Это как бы это во многих случаях он работает как-то решающе. Да? Евреи, это, кстати, у них какая-то нравственная такая разница. Они во многих местах есть. Вот, на мужа, так есть, что праведники берегут имущество. Почему? Потому что в нем нет ни капли краденого. Она целиком все заработала своей. У обычных людей по-всякому бывает. Ну и поэтому это даже языкам, языку. А тут нет, такого дела. Самое маленькое, что... Это, знаете, где это есть? Про то, почему... Почему я боролся с ангелом? Ну, там, с кем он там боролся, да? Помните, да, когда он... А потому что он все перевел, значит, все добро свое перевел на ту сторону, да? Жен, детей, там, ослов, коней, вот это вот все. А брат вернулся за самыми, ну, подобрать самые маленькие там всякие мисочки, пахим к таним, да? А именно потому что, как бы, праведники... Они не бросают ничего, потому что все, каждая маленькая штучечка, она должна быть заработана. Чтобы заработать, это же нужно Тор оторваться опять. Это большая мудрость. Вот, это спичечный коробок, это какое-то серьезное добро. Вот, поэтому все дмамо, я к тому, что когда речь идет о том, что мы какое-то добро будем попасть, мы можем сказать, это серьезный аргумент. И чем больше этого добра, тем серьезнее будет. Ну, это опять же, не я придумал. Так вынутним тли тахададелев без шаба. И мы можем, наоборот, поставить ведро под ватри даже в субботу. Вода-то ладно. Потому что в сезон дождей воды много, реально. Но чтобы не ходить опять по земляной полу, да, чтобы не ходить по этой грязи по поляне. Вот, дальше идет субья, которая про вот эти лингвистические особенности, а дальше мы начинаем следующую субью. И кто бы нам, собственно, об этом? Вот, Аня уже явно готовится. Давайте. Значит, вот Аня одна будет уметь читать Гемару. Ну, да, конечно, Мефанин.
Да, я так понимаю, да. Да, Мрейла, это значит, что а другие говорят, а некоторые говорят так. Это они поднимают это как бы на один уровень выше. Раби Аси ученик Раби Йоханана, а Раби Зейр ученик их обоих. Да, то есть как бы, когда они опускают, ну, поднимают на уровень Раби Йоханана, то они становятся на немножко более авторитет. Ну, Раби Йоханан там еще другие версии. Да, в смысле, это же самое сообщение, некоторые передают так, а некоторые от этого имени, а некоторые от другого. Вот и все. А сообщение то же самое. Как то, о чем мы учили в некой Брайте, собственно. Мифанин, это значит так. Это у нас это был у нас уже Шаббат. Трактат Шаббат. Это значит так. У тебя есть... в смысле, да. Значит, это вот трон так. У тебя есть какой-то амбар. Да, там лежит какая-нибудь дрянь. Вот в данном случае солом лежит. Или там что там еще было? Солом или что? А, ну или там зерно наоборот лежит. Значит, а тебе нужно это помещение зачем? Да, вынести. Чего это 45? 4 или 5? Раба В Хамеш, да? 4. Типа 4, 5. Что сразу ведом? Корзина. Купа это большая корзина. Вообще короб такой. Большая корзина. Да, чтобы туда, собственно, надо вынести. Если. Хулашевит. В смысле, чтобы они могли сесть там. Он пригласил гостей. Больше некуда деться. Ну да, да, да. Ну, в смысле, что. И если бы не было места, то мы могли бы провести полноценный урок. Если бы у нас не было места в этом Махсане, в этом амбаре, мы не смогли бы провести полноценный урок. Хотел бы места больше не было. Чтобы не было бетуля, разумеется. Потому что, опять же, в субботу и праздники это самое-самое время, когда, ну, в субботу особенно праздники меньше, готовить. Вот это время, самое полноценное время для Бет-Мидраша. А где еще? Как гостиная, ну вот у тебя прикинь, вот у тебя вот как здесь, а вот как здесь у тебя все помещение, да? Вместе с курами, гусями, коровами, у тебя их нет. Нет, есть одна корова, но не ты пашешь, да? Вот такой маленький, вот примерно у тебя участок земли, вот как тот коридор. А домик вот как это помещение. И еще вот там вот склад. Ну и как это будет? А у тебя еще 6 детей. Детей гусей на улице, конечно, но... Вот. Короче, склад это как бы ценное помещение. Надо понимать, они жили в крайней бедности. Ну, много. Здесь Шаббат, братья, брайтов Шаббат, да. Поэтому это Шаббат, Шаббат. То есть он говорит, что это количество должно соответствовать тому, да, как бы, если мы даже ради Бета Мидраша можем вывести только там 4-5. Рабов в этой дряни, понятно, что сильно больше мы сбросить тоже не можем. Я так понимаю. Они говорят, тут есть некая комната.
Ну, общий смысл понятен. Слова четкие. Общий смысл понятен. Нет, конечно, нет. Они же не про это говорят. Говорят, что ты это не играешь. Может быть, там разрешили вынести достаточно много. Дильма Шанга там. Может быть, там другое дело. Да? Дильма это... В данном случае может быть брайт. Там это в той брайте, да. Дело не в шабате, дело в брайте. Да? Там это вот там, где освобождают. Да и кабитуль бетамидраш. Потому что там речь идет про устройство урока. Да, если. Это высокая ценность, да, ради устройства урока мы можем многим пожертвовать. Да, Валь-Аха здесь, в нашей Мишне. Аха это всегда то, где мы стоим, как бы, да. А Атам это то, чем мы это вроде как обосновываем. Ну или то, что мы приводим со стороны. Да, значит, там речь идет про урок. Ох, святой, о чем? Тут мы можем и полдома выбрать. Но здесь у нас нету ни речи ни про урок. Мы на крышу урок совершенно не собираемся. Просто собираемся спасти этот урок. А может быть, мы не можем такое количество, мы можем только меньше. Да? Это не аргумент, то, что сейчас сказал Радио. Ну или так, что-то сказал. Ика это есть, лейка это нет, д это вместо ше. И поэтому мы не можем говорить, это не засравнивается. Да, о Торе речь идет, а тут ты какие-то свои гнилые джизмы. Это как это правильно? Хвалю-хвалю, да, там как. Нет, и нами. Что такое и нами? И еще один аргумент, да. А кроме того, есть еще такое соображение. И нами это. А вот так же, да? Тут наоборот, надо туда фукаля-фук. Да, шаббат – это более строгая штука. Шаббат и хамира. И даже если там разрешат что-нибудь делать, это скобочка, да, то ты не дойдешь до того, чтобы забить на что-то, совсем. Да? Резидзуль, ну а ты резидзуль. В смысле, что он говорит, так, ну хорошо, давай так закончим, потом объясним. Чего нельзя? Вот. Значит, они говорят, получается афух-аляфух. С одной стороны, суббота более строгая штука, да? Мы с самого начала знаем фоном, как бы, что суббота строже всего. Поэтому мы, если кто-то нам разрешит субботу что-то делать, мы все равно будем помнить, что суббота это серьезно. И вот это сделаем, а другого делать не будем. А Йом-Тов, он изначально более расслаблен. Много чего можно.
И если нам дадут лишнее разрешение, как бы, то мы думаем, ну тогда это и межпиворочить, и там это самое, еще там что-нибудь, знаете, пойдем что-нибудь выкопаем, там, или закопаем, или там еще что-нибудь пойдем сделать. Да, было наверняка, наверняка, да, это довольно типичное рассуждение, но оно замечательно именно своим наоборотом, как бы, да, что именно потому, что суббота строже, то там есть возможность разрешить нечто, разрешить. Но оно все равно остается в сознании, оно остается строже. Да, вылот или зельзулы бы, да, и ты не забьешь. Я не знаю, как это будет по-моему. Как зельзулы бы, да. Ну, да, забито. А Йом-Тов, он изначально послаблен. Вот, понятно, да, что все это в ногах. Йом-Тов изначально более легкий. Поэтому, если ты начнешь еще более расслабляться, то ты уже дойдешь до просто совсем забивания. Начнешь просто физически забивать каким-нибудь. Ну, уже не такие ворота, да. Да я уже не знаю для чего, просто потому что не важно. Он говорит, мы могли бы подумать, во всяком случае, да, что это не... Они говорят так. Раби Йоханан привел мне труп Брайта. Говорит, вот видите, здесь арба шалош кухон, значит, и тут арба шалош кухон. Говорит, случай совершенно разный, там тебе бета мидраш освобождает. А тут ты какие-то свои несчастные любые из инжир спасаешь. Разница. Он говорит, тут можно, а там нельзя. И второе соображение. Тут, если ты у тебя на мозгу, да, надпись «Шаббат», и такая красная лампочка включается. Да? Она включается, ты ее говоришь, «Эстов, стоп, мудрецы разрешили», выключаешь. И выносишь эти арба шалошку. Но дальше в следующий раз она опять зажигает. А в Йом-Тов она гораздо слабее зажигается, да, она как бы маленькая совсем. Ее легко не заметить, если ты начнешь уже таскать эти мешки как бы килограммами, то она может и вовсе испортиться. Это что, клали план, он говорит, вообще может быть нельзя. В том-то и дело, нет, конечно, так это же ровно они не говорят, что автоматически разрешается только деорайта. Мы же сейчас про деорайта вовсе не говорим. Мы говорим про мудрецов, как мудрецы постанавливают, и как они должны, собственно, ставить. И вот тут входит соображение того, что мудрецы могут субботу, возможно, разрешить больше, именно потому что там красная лампочка ярче. А позволить себе просто больше могут. Да. А объем надо с осторожностью разрешать. Там уже и так много разрешено в этом случае. Но у нас Мишна-то говорит, что вроде как можно объем, но нельзя в субботу. Это некоторый парадокс, да. Как бы, что он вроде как пытается сказать, вот примерно то, что ты сейчас сказал, да? Ну раз в субботу можно, так уж в Йом-Тов-то тем более можно столько. Они говорят, это же совершенно разные вещи, с одной стороны, с другой стороны, так наоборот можно. В субботу можно, а в Йом-Тов наоборот как раз и нельзя. Может и вовсе нельзя, да. Дальше, да, это еще не конец совершенно. Ага. Тува нами, да, говорит, лиидах гиса, что значит лиидах гиса? С другой стороны. А теперь с другой стороны рассмотрим, да, может быть наоборот, как бы. Ну да, ущерба никакого, да, ты просто их переносишь с места на место, то есть ничего. Вот, в том-то и дело. А с другой, да, ты как бы нету аналогии, ни в ту, ни в другую сторону не работает, как бы он говорит. С одной стороны,
у нас есть соображения, по которым можно меньше. Или даже вовсе нет. А с другой стороны, у нас есть соображения, по которым, возможно, можно и больше. Да, все-таки это мои личные инжиренные, как бы. Гнилые немножко, но они моим честным трудом сработаны. Я имею право их спасти. Возможно, и возможно, это соображение как бы overrule. Как бы, все остальное. Весь цирк состоит именно в том, что мы заранее не знаем, какое соображение будет рулить. Да? Это нарочно они так сделали, да? Если бы они сделали карту соображений, например, вот здесь будет рулить такое, а здесь значит это, было бы неинтересно. Мы с самого начала не знаем, у нас есть некоторый набор соображений, да? Как здесь мы видим. Одно соображение Тора, изучение Тора, да, Бет-Мидраш. Другое соображение, отношение субботы и йома. Третье соображение, ущерб имуществу. Какое из них главное, да, хрен его знает. Но все они три могут вмешаться как бы, в процесс вот этой аналогии и разрушиться. Так, значит, во-первых, где Агатам? Это Мишна в Шаббате, да. Нет, подожди, надо понять, что к чему. Нет, он говорит так. Да, значит, тут нужно опять различать две вещи. Это продолжение той же Мишны или Брайта, которая была предыдущей. Надо различать. Махсан – это нечто для временного хранения. Цар – это нечто для долговременного хранения. Цар – это... Я даже не знаю, на улице. Цар – это нечто, что куда там забивают это зерно, начиная вот как собирают урожай, так сразу отделяют, закрывают его на ключ, привешивают большую печать, и там действительно отпечатают такую печать там с владельцем, и все, привет. Пока не придет выгодный покупатель, вот там у меня там. Вот. А махсан это то, что ты пользуешься. То, что, наоборот, открытое, и откуда ты берешь для своих повседневных инструкций. Вот. И оттуда говорят они, о, Лев, здрасте, подвиньтесь вот как, не сидите там сзади, подвиньтесь сюда куда-нибудь. Да, конечно. Вот, значит, поэтому они говорят, что из вот этого текущего как бы счета можно... Можно вынимать ради того, чтобы разместить там народ. Ну, там, на гостей, на урок, не важно. А вскрывать вот этот вот запертый оцар и его разбирать. Вот это. Да. Да. Нет, сперва он говорит, что это значит, Майи? Что это значит, а вольно это отца? Да. Угу. Он говорит так, он это объясняет немножко по-другому. Он говорит, это одна и та же хрень. В смысле, что это тот же самый махсан. Когда его как бы когда вытащат все полностью, это будет называться отца. Так что мы это понимаем. Он говорит, что представь себе, что там всего 4-5 коробок этого, значит, добра. И вот я его вытащил. Он, знаете, абсолютно пустой.
Вот это понимание Шмуля называется «Воля отца». Я думаю, что Мишна имела немножко другое, но как бы но Шмуль видит это так. И почему? Шимон не борот, чтобы Ляшва и думал, в смысле, что он начнет засыпать дырки. Ну, хозяин, понятно. Что? Потому что это уже начнет быть не хозяйственным помещением, а как бы в фазе жилых. Да? И он начнет равнять там пол. Нельзя в субботу делать, это уже пахота практически. Не, он говорит, что махсан — это когда там остается еще что-то. А оцар — это когда мы вынимаем все оттуда полностью. Одно и то же помещение. Так что мой львин. Да. Потому что тогда он начнет приспосабливать это помещение как бы для жилья. Начнет равнять пол. Ну, вот этой ямочки такие в полу, да? Значит, это в чистом виде пахота. Это как бы уже одна из 39 работ. Это ясно сейчас, потому что я не понимаю. Да, то есть как бы это Да, совершенно верно. Именно так. Он отловит часть помещения. Вот здесь у нас, здесь, значит, мы учимся, а здесь рыбу делаем. Это как бы довольно наглядно. Вот там стоят как бы ящики с корзин, с каким-то добром. Нет, вот ему вообще с самого начала не очень придется. Потому что если он вытащит все целиком, некоторому одному из сотни хозяев может прийти в голову начать приспосабливать это помещение для жизни. Понимаешь? Вообще у нас там все мощная красная лампа стоит. Понимаешь? То есть как бы мы надо знать немножко меру, да? Где надо... Лучше бы знать, конечно, все. Это по-хорошему так, вот совсем между нами, да? Было бы совсем просто, да? И не надо бы писать трактат «Шаббат» на 150 листов. Как бы, да и все. Вот, поэтому мы как бы все-таки даем немножко сливой, и потом же опять же, а где же урок будет? Вот. Значит, опять же, значит, можно освоить пол Максана, там устроить небольшой урок, но чтобы было наглядно, что там остается еще добро. А если он уже освободит все целиком, то у него начнет как бы в голове начнет крутиться идея о том, что это жилое уже помещение. Надо бы пол подмести, грубо говоря. А подметя пол, а что такое подмести пол? Это земляной пол. Так у него подмести пол — это значит заровнять эту неровность. А эта неровность — это пол. Знаешь, паркетов не было тогда. С паркетами на самом деле меньше проблем. А из паркета нет никаких проблем, да. Если там все это бетоном залито, то у тебя не может даже, ну, у тебя и мысль-то не возникнет, как-то начать работать. Там бетоном залито. Не было бетона, ребята. Ну, в смысле, был, но где-то там у древних римлян. А у нас были простые земляные полы. И дома тоже, то точно такие. Именно поэтому у него как бы автоматом практически, он вот как только он видит пустое помещение, он сразу начинает его подметать. Грубо говоря, поскольку оно раньше использовалось как склад, оно такое кривенькое. Да, дома-то у него он подмел еще 5. Да, и у него не возникает идея о том, что сейчас надо срочно убираться. Боюсь, что нет, потому что, в смысле, боюсь, что не права, потому что есть принцип, что исчезает причина, не исчезает закон.
принят, то... Вот ты, например, книгу ешь? Хотя условия совершенно изменились, и причины этого нет давно не существует. Правда? Нет, я так спрашивал людей вот таких черных. Нет, ну, религиозные. Маханаева. Маханаева, да, знаю. Ага. Я купцы, да. А что я спрашивал таких черных людей, они очень картошечкой. А? Даже дурак это, да. Ну да не обратно, обратно этот аргумент в обратную сторону. Понятно, он же может расходиться хоть куда-то отсюда. Да, там в шаббате то, что запрещено, потому что, да, ну как, вытаскивает это полностью, опустошать это. Вижу, шаббат и хамир, да, потому что шаббат строже вообще. Тут они обратно, что, обратите внимание, да, они практически на протяжении двух предложений развернули этот наоборот в одну сторону и в другую. Ну, да, там, может быть, все в порядке. Да, потому что мы можем, наоборот, себе позволить больше решить. Ну, в смысле... То есть тогда вроде так, а сейчас наоборот. А сейчас вроде как наоборот, да. Но это не конец рассуждения, это дзимба. Или возможно так. Там-то есть возможность. Ну там, в смысле, что если бы ты не вытащил этого самого. А, нет, подожди, что-то я не понял, что. А мы это в шаббате, естественно. С самого начала речь идет про то, что ты хочешь в этом амбаре устроить урок. Там. Потому, при том, да, нам даже нужно говорить не потому, что, а при том, что есть угроза того, что будет применен урок, даже при этом мы сказали, что нельзя освобождать его церкви. Здесь, где нету никакого урока, да? Не тем ли более нельзя все это целиком, как бы, освобождать. Я не понял, я не до конца понял, про что они здесь говорят. Потому что я не вижу, где здесь целиком. Что, целиком что? Всю крышу освобождать? Да хрен бы с ним. Там и бумот нет. Да, спокойно, но они понятно, они решают. Хорошо, отлично. Но здесь аргументация какая? Он говорит, если мы все вынесем, будет земляной пол, мы начнем его как бы равнять. Ну там-то на крыше нет никакого земляного пола. Да фиг с ней сработает, да, аргументация-то другая. Что почему? Потому. Потому что он говорит, что Шмуэль здесь говорит, что мы... Количество то же самое, он говорит, арба хамеш купот. Ну, Раши так объясняет, что если это последние арба хамеш купот, мы не можем их вынести до конца, говорит Шмуэль. Потому что тогда помещение станет жилым. И тогда ты начнешь равнять пол.
Ну, блин, с крыши этот аргумент не работает. Там нет никакого пола земляного, там крыша. Я не понимаю. Что здесь? Может, будет, но я бы хотел сейчас здесь какого-то пояснения. Нет, пояснения я не вижу. Ну хорошо, давай действительно дальше, там может быть действительно неприятно. Кто с кем спорит теперь? А, нет, не учили, нет, учили мы только про то, что мы сбрасываем с крыши вниз. Нет, Жанну это в смысле учили, да. Ло-эла мы переводим как «только». Ло-эла — это двойное отрицание. Мы учили это только... Только с одной крыши можно браться. А с крыши на крыше нет. Если бы было, зачем? Ну, слушай, даже у меня уже появляется резкий поворот. Вот да, вот я совершенно верно смотрю. Ну, не важно, тоже это только... Вот вроде как нельзя сказать. Может быть, вот, например, может быть. Но вроде бы еще нельзя. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим. Был то гад. Чаруба багаг шапирот бо. Да, это именно то, что Раша, собственно, имеет в виду. Да. То есть, если у тебя есть дырка на той крыше, на которой лежат, то там можно. А если дырка на соседней крыше, то уже нельзя. Right. На другом уровне, да, я. Секундочку. А мы вообще не потерялись? Сейчас. Что ты говоришь? Может быть, сейчас, да, давай посмотрим, да. Папа Майи. Коша Кеншаку Бехамира. А, ну да. Вот здесь они прямо это говорят, да, говорят, что это два противоположных аргумента. Да? С одной стороны, суббота строже, и там больше всего запрещено. Йом-Тов легче, и там мы могли бы разрешить чуть-чуть. С другой стороны, именно потому что суббота строже, мы, возможно, можем там себе больше позволить, потому что красная лампочка. А Йом-Тов, где легче, наоборот, ты начнешь убивать и будешь дальше дальше. Просто они ровно сталкиваются два аргумента, два этих наоборота, как бы между собой. И тут они у нас убежали. Так, я пока посмотрю Раши. Как шабали на шилан шами камае. Вафил бы вы гагуте гейм шишны батим шишави. Шин зе гавони зе. Ну, хорошо, это все фигня. Я не понял аналогии. Я не понял, что... Что, собственно, они куда таскают? Субботу. Еще раз.
На Мишна, давайте пройдем весь всю цепочку еще раз. Нам Мишна разрешает сбрасывать воды, чтобы не было ущерба. Сбрасывать воды оттуда внутрь. Это разрешено только на одной крыше, на соседней крыше сбрасывать нельзя. Мы пытаемся провести аналогию, у нас все время не получается, да? Ни одна аналогия пока не работала. Мы пытаемся провести аналогию с вытаскиванием на ведряника из амбара, чтобы там все устроить. Я не понимаю двух вещей, я не понимаю уже двух вещей. Да? Я еще не понимал одну, я теперь не понимаю двух. Первая вещь, это какова аналогия земляного пола на крыше? Который я не понял предыдущего. А в этот раз я не понимаю, какая аналогия двух крыш с этим амбаром. Что, нельзя переносить из амбара в амбар? Да можно, почему нет? Что за разница какая-то? Там речь идет о дополнительном усилии. А здесь, если речь не идет о дополнительном усилии, то да. Ну, если оно прямо вот здесь. Не до конца понятно. Может быть, нет. Ну, последний может быть понятно. Потому что даже если крыша находится, они говорят, даже если крыша находится на одном уровне, и работать по перебрасыванию не очень легко, все равно нельзя. Как бы есть некоторая концептуальная разница, это на одной крыше, а это на другой. Примерно так же и тут, он говорит, если ты начнешь перегружать из амбара в амбар, то в следующий раз ты будешь перегружать из амбара в далекий амбар. Это будет уже гораздо больше работы. Не-не-не, это регламентируется отдельными регуляциями. Если бы это было в тему, они бы сослались на совершенно другое место. Нет, все речь идет об одном хозяйстве. Это все внутри одного места. Да. Вот у тебя тот же дом и тот же амбар. Вот их крыши вот здесь вот находятся. Вот, да. Вот здесь до дома крыша, а здесь амбар. Да. И на амбаре у тебя сушится это самое. А рубаясь именно в доме, в амбаре надо зачем? Вот. Это примерно статус. И то же самое говорит, что если ты вынимаешь из амбара, ты не должен как бы, видимо, идея последняя. Ты, может быть, ты нельзя наносить это в дом. Но тут, опять же, то ли можно, то ли нельзя, потому что работает аргументация либо то, что шаббат еще строже, чем йом, и поэтому вам, возможно, тем более нельзя, либо шаббат еще строже, чем йом, и поэтому, возможно, можно. Да, это вот, они всю дорогу, они пытаются построить аналогии вот между этим законом и тем. И у них уже третья аналогия проваливается. И они будут проваливаться всегда, естественно. Там, это аргументация про субботу. То есть там все остальные, там про Бет-Мидраш, про это, да ладно. О, Мири, привет. Здравствуйте. Вот, а аналогия не будет работать явно никогда, потому что как бы вот это столкновение между субботно строже, и поэтому можно, субботно строже, и поэтому нельзя, оно будет работать всегда. Да, в любой ситуации будет работать. И поэтому понятно, что любые аналогии, то есть как бы в некотором смысле сейчас они подкладывают нам мину под любыми аналогиями между субботой и йом. Вообще любыми. Да? Какую бы хрень ты не сравнил между субботой и йом, то всегда можешь сказать вот ровно вот это вот. Правильно? Я так понимаю. Или я что-то не так говорю. По-моему, вроде все так. Похоже на то, что я не понимаю, что они скажут дальше. Как мы сейчас посмотрим. Я понимаю, что они могут сказать дальше, потому что на этом конец дискуссии, да?
любая аналогия между Шабатом и Йом-Тувом сломалась вот в этом месте. Да. И не важно, я можно быть решить о чем угодно. Что именно потому, что суббота строже, чем Йом-Тувор, это может оказаться, значит, что чем Йом-Тувор. Суббота строже, чем Йом-Тувор, это может быть аргументом к тому, что субботу разрешить больше, а можно быть аргументом к тому, что суббота разрешить меньше. Поэтому такой аналогии я не смогу просто провести. Делать-то можно. Наоборот, да, это даже методически интересно. Но вот этот аргумент будет работать в любой такой ситуации. Мне кажется. Вот я не прав. Но я... Что ты говоришь? А, ну так давай, поведай нам. Думаю, что нет. Сейчас, еще раз, давай. Амар рав Нахман. Ло шану эла ваото агаг, авар мигаг легаг ло. Ветанья на мигахе. Эйн метальталин мигаг легаг, афилу кшегутеем шави. Это мы поняли, да, что нельзя перебраться с крыши на крышу. Хатам, в субботу, май. Больше кен шаббат де хамира, о дирма вахаде, у де асур, мишом йонг, де киль, ваятель зизулибе. А в шаббат де хамира, в ло атель зизулибе, и шапир дабе. О дирма, еще третий аргумент. Ну, пенчики, да. Подожди, переведи то, что ты сказал. Это уже был аргумент, но да. Да, в Йом-Тов мы речь идет о том, что речь идет по тету. И несмотря на это, перебрасывай с крыши на крышу. И тем более не надо. Вот он. Где освобождение, где мы выносим из этого. Там мы с фруктами не ставим. Вот место. А это где такой финал? Это что, дальше, что ли? Я не вижу, где это. А, вот да. Я не вижу, где это вообще. Непонятно. Непонятно, на что он ссылается. Ну, казалось бы, но я ее не вижу. А что мы вроде что-то такое над чем читали, разве нет? В прошлый раз не было такого. Что нельзя спускать из-за дела по веревке, да. Что-то было, я не помню, в каком контексте. Мне кажется, это знакомо. А, ну бог с ним, давай посмотрим. Нет, это все про те штуки речь. В смысле, что... Мы представим себе, что они у нас там на крыше стоят в корзине. Можем ли мы на этой корзине привязать веревку, допустим, тем узлом, который можно вязать? Бантиком можно. Вот. И спустить, как бы, спустить с крыши на веревку. Нет. Это твои проблемы. Не логически. Ну, да. Лишняя забота. Да. Мы же где-то как-то мы это трогали. Что мы поднимали, не надо было поднимать до того, до окна. Откуда это? А может мы это... Ну да, они всю эту шарманку проигрывают еще по одному разу.
Ахатнан, вышел шилан бхевель бахалонот, вылили дем де суамот, атом май, атом шаббат. Нам представим себе, что у нас этот вот царь тоже, тоже как бы расположен на крыше, на втором этаже. Может быть, мы сделаем вот это. Мы опять представим себе, что, он, что это второй этаж этого амбара. Амбар всегда находится на чердаке. Пустить, да, спустить немножко веревки. Или по лестнице. Тейп, да. Ну, сейчас я про тейп сейчас объясню, давай проиграй все-таки это по-русски еще раз, а то в мире не слышал. Мы уже четвертый раз. А можно попробовать? Что попробовать? Проиграй ты, давай, хорошо. Аня, извините, вот Анька, давай. Давай. А, нет. А ты все равно дальше считай. Нет, я должен проиграть. Не, я не буду проигрывать. Я думаю, что мы можем уже хором прям проиграть, если надо. Ну да. А там как-то Шапир дамы, ну в смысле, давай, это нормально. Да. Ну, хорошо, я, вот ты проиграй дальше. Ну, не важно, не кажется, уже все уже помнят это. Шаббат, где нет, а есть опасный обмен, может быть, где-то как раз это решено. Шапир, да, нормально. Или же, наоборот, ну, или же, возможно. И уж тем более тогда нельзя. Больше ты? Тем более нельзя. Фруктов и тогда же тем более нельзя. Да. Да, значит, у нас есть, собственно, в этой ситуации у нас есть 4 аргумента. 2 из них вообще неубиваемые, да, они понятно, в серии реальных ситуаций сравнить ёбного. Это то, что шаббат и хамира, шаббат более строгий, чем Йом Кипур. Из этого могут следовать 2 противоположных следствия. Либо это значит, что в шаббат, наоборот, запрещено больше, чем Йом Кипур, ну, как обычно было, чем Йом Кипур. Шаббат запрещено больше, чем Йом Кипур, как это нормально обычно говорит. Но в каждом случае мы могли бы задать себе вопрос. А может быть наоборот? Именно этого, то, что разрешено в Йом-Ков, нельзя, то, что разрешено в Шаббат, нельзя разрешить в Йом-Ков. Потому что Шаббат, именно потому что Шаббат строже, как фон, да, как вот эта красная лампа, и мы, сколько бы нам не разрешаем, мы не забудем, что это суббота. А в Йом-Ков мы после определенного разрешения мы начнем уже просто забивать на все это все подряд. Это два аргумента, да? Здесь 2 конкретных аргумента. Эфсет Перот и Битур Бет Мидраш, да? Чтобы избежать потери, материальной потери, что вообще? Это у нас вот эти Перот пришли. И сделали Битур Бет Мидраш. И организовали Битур Бет Мидраш. Вот, значит. Так. Ребята, простите, вот я действительно не хочу битуль бетами драться. Давайте как бы продать цель. Анька, твоя очередь. А, тейху, я обещал сказать про тейху. Тейху на самом деле происходит от арамейского слова тейхум. Там оно просто мем в конце потеряло. То есть таамоду. Да?
вопрос, как бы спор остается стоять, он не решен, он продолжает стоять. Народная этимология расшифровывает деку как нотарикон, как бы расшифровывает, да, аббревиатуру. Тишви и втор кушьет убайот. Если придет Илья, тогда нам расскажут все как надо. Технически это означает, что они как бы что противоречие признано временем неразрешимым. Алаха обычно есть некоторые процедуры установления алахи. Вот мы можем посмотреть это в Шулхан Арух внизу. Берешь этиру рыды нам бьем ту, лови тиру эла дырых ашлаха, а валю эдем дырых халом и хавалим рыдым цилам. Окей, ну понятно. Большой вот не сказано. Сам же я... Нет, они как бы, да, они говорят, что обычно я понимаю, что тейку в подобном случае пойдет в сторону сражения. Да? То есть то, что прямо написано, что можно, то и можно. Написано, что можно вытащить. 4-5 можно вытащить, а есть пояснение, что это не должно быть весь, все содержимое мансарда. И вот так вот. А сколько можно в емтов? Говорят, действительно непонятно. Да, действительно, не видно, даже в Аллахе не видно. Интересно. Интересно было бы найти действительно где-то разъяснение. Но это надо уже закапываться в серьезные логические как бы темы там. Я думаю, что мы сейчас просто даже и не сможем. Я просто не спец по этому и вообще представляю, где это даже искать. Ну, какая-то мишна брура нужно найти. В Шулхан Арухе, но и ту, и я тоже не 100% уверен, что на Брура это всегда хороший ответ. Ну вот и я думаю, что у нас сейчас практически это как-то, ну, пожалуй, не очень понятно. Ну, да. Тем более, действительно, условия изменились, и полы бетонные, как бы... Только не надо мне, пожалуйста, этот конфет, если это не жру. Я потом одну конфетку возьму, ладно. Спасибо, да, нормально. Я, во-первых, за уроком просто не могу это. Да. Вот, хорошо, значит, до тыку мы дошли. Поехали, Аня, давай. Это твоя очередь. Кто читает? Кто читает? Давай. А, тебе трудный достался. Мне непонятно, что... Да, какими-то... Как... Да, если на них, да, течет, то можно их прикрыть. Я прочла это раньше. Да, очень хорошо, прекрасно. Да, я думала, что там есть, я правильно понимаю, что... Нет, подожди, ты что-то не то прочла. Ты что-то не то прочла. Наоборот, Раши говорит очень интересную вещь. Раши говорит, что это не только пирог, но даже сырые кирпичи. Что даже если у тебя есть ряд кирпичей, да, какая-то... Нет, ну какой-то. Нет, просто у тебя там, вот у тебя лежат кирпичи, они сушатся, да, они еще не высохли, они пироходные. Вот даже их можно накрыть. Потому что они не пирог. Они могут быть пирог.
они могут испортиться, да, они разрушены, да, конечно. Да, в том-то и дело. Похоже на то, да. По-видимому, то, что, по-моему, то, что говорит Раши, да, я прочту. Слух, похоже, что так. Рабинска Камар, давка пирота руин, летильту. Куда шару рабоном летальтель, келины турхан. А вальмиды де лавбар тильтуль, эйн клини тали турхан. Это спор, они спорят друг с другом. Да, дальше. Так Раши понимает, что такое пирот руин. Пирот руин, это значит, да, это те плоды, которые ты мог бы использовать правильно. Не обязательно, которые ты используешь, да, но мог бы использовать. Их разрешено носить правильно, другие нет. Вот, например, это ксиот, если ты не... Да, из прошлого анекдота. Да, вот тот же недосушенный инжир. Если ты его не объявил досушенным, то он и не рауи. Да, ты его не будешь есть. Значит, ты таскать не можешь. А значит, ты накрыть тоже не сможешь. Значит, ты не можешь. Нет, не можешь. Нет, не можешь, потому что шаббат и йом-тов, шаббат и видимо йом-тов, всякая еда считается кабу, алфат кева. Это то, что мы учили в прошлый раз. И позапрошлый. Не согласен. Например, можно. То ли это переносное становится. Но, что ты ее прямо брать не можешь. Ты прямо вот, если он сушится и лежит на просушке, то ты его не можешь брать. Скорее всего, да. Нет, по-прежнему, если я заранее сказал, что я могу, то я могу. Ну, это опять же, прошлая мишна, конец прошлого перка. Раби Элиэзер и мудрецы, да, и это Раби Элиэзер достаточно сказать «мипу, а не ухэ». А по мудрецам нужно нарисовать. Нет, он вообще не снимал скрыт. Нет, он не снимал скрыт. Он что значит не сделал заранее? Он не знал, что дождь будет. У него же не был прогноз, похоже. У меня вот мобильники есть, а то нет. Еще мобильники были, но не очень совершенно. Прогноза там не было. Знаете, а он не знал, что нужно снять скрыт? Вот смотри, у него на крыше там лежит, у него на, да, Ань, но у него на крыше лежит 2 тонны этого инжира сушится. Ему нужно вот столько наем. Он сказал, ну, либо по Раби Элиэзер, он сказал, я буду отсюда брать. Либо по, допустим, там с десятинами нет проблем, да, надо поделить. Да. Но Парабелезер, он говорит, вот отсюда я беру. И он может взять борт поставить, но там потом должен сушиться. Зачем ему это снимать? Он говорит, у меня нету другого, с других свежих труб. Но есть только вот это. Да? Значит, мне нужно что-нибудь такое приятненькое на сушку, там на праздник. Я возьму отсюда горку, но остальное это будет досушиваться, я из него белу потом сделаю. Чего же я буду его целиком снимать? Не зачем совершенно. Но он вдруг в субботу начинает накрапывать дождь. Или там бьем. И что мне делать там? Ну, они сгниют там еще. И этот дождь может еще там как раз какой-нибудь праздник, типа субботу или там. Того, да? У нас этот дождь может еще там 2 недели потом быть. Это нафиг сгниет. Вот, поэтому мне нужно как-то, особенно если это там, например,
Этот жир еще может туда-сюда, это какое-нибудь зерно-то там точно. Нельзя, нельзя так. Да? О, инжир гнилый. Знатоки говорят, я, конечно, извиня, сельский хозяйственник никакой, у меня никогда не было никакого сельского хозяйства. Даже пусто на плит вырастить не получат. Вот, но как бы, ну как так, да, кто же по молодости лет не пытался ботаникой заниматься. Вот, нет, у меня даже кактусы дохли. Вот, так что изменения. А вот знатоки объясняют, что инжир сгниет. Вот, так чтобы не сгнил. Так что нет, тут нет никакого человека. Там же сеттинг был именно такой, что он не хочет совершенно его. В той, в мишне, да, где он говорит, вот отсюда я ем, он не хочет совершенно с ним убираться заранее. Нет совершенно никакого резона. А он не знает, сколько он точно возьмет. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Может, у него гости, наоборот, придут. Может, у него гости придут. Нет, семья-то ладно, семью еще как-то посчитать можно. А вот придет ко мне, наоборот, сосед с шестью детьми. И там конец этим. Вела, значит, не удалась. Но они придут, значит, на суд. Вот. Так, окей, Ура говорит, не, мы можем все, что хочешь, даже если это кирпичи для просушки. Но кирпичи, понятно, нельзя летать. Да? Собственно, как бы и незачем. Их нельзя передвигать, нельзя брать, они мукцы. Их нельзя передвигать. Ура говорит, и при этом их можно накрыть. Рабби Исаак говорит, нет, только то, что можно передвигать само, то и можно накрываться. Вот, Беберот Аруим, он говорит, что речь идет только о том, что не является мукцией в этот ем. В Раши мы это видим. Ну, долго это, долго. Там виноват, раньше надо было покрывать. Да, это есть, но есть такой вариант, да, но это что-то. Сейчас вообще признаем, да? Поем. Начинаем ниже, что можно платить, а дальше, да. Говорим, что один говорит, что можно кирпичи, да? Да, а другой говорит только фрукты, которые вот... То есть только то, что было... То, что не мучится, да. Ну, получается так. Да, получается, что то, что будет. По примеру, Раша, так Раша. Потому что вроде бы есть принцип с точки зрения Рабби Ицхака, да, Рабби Ицхака. Есть принцип. То, что можно носить, для того и можно носить. Не можешь принести сосуд, чтобы накрыть нечто, что ты само поднять не можешь. Так рабийцы, так считают. Вот, и там дальше написано, посмотрите дальше. Там все это разъясняется. Ага. Азда это идиот. Это что? О, Ашенька. Это что? Это идиот. Идиот? Идиот? А Арабия это идет. По слове общей не шершиты, да. Ламы два вам удали. Они общие шерты. И вот что он говорит. В другом месте, да? Потому что он в другом месте говорил вот так. Вот. Что мы не переносим какой-то случай, который... Энклиниталь, это давар, ганиталь бы шаббат. Мы можем перенести, да, или взять сосуд только ради вещи, которая сама по себе подлежит переносу. Субботу. Ну, не так это брать, да. Брать, а тут же нет.
Но интеллектуально не совсем обнаружен, не важно. Возможно, родственник. Простите, пожалуйста. Ну, это синонимы в некотором смысле, в экологическом. Металь — это то, что можно брать и носить. Да, я бы сказала, что не переносит, это только тот, который подлежит переносу. Подлежит переносу. Не обязательно именно физически перенесет. Да, он может на месте лежать, мне никого не волнует. Но если он подлежит переноске в субботу, ради него можно переносить другую вещь. Еще раз. Вот. Эла ле давар ханитали. Ну как? Ну, например, у тебя там есть вот, опять же, тот же инжир, да? На крыше. Ну или там, я не знаю, на дворе. Можешь взять плошку и набрать в него этого инжира. Вопрос, да, или нет? Если этот инжир добит, то да. А если нет, то ты не можешь есть эту плошку, даже если ты не собираешься в инжир есть. Здесь в данном случае имеется в виду, что ты можешь накрыть нечто, тарелку, да? Но только если это нечто, ты мог бы взять самого себя в этот день, да? Шаббат, да? Иначе у тебя нет права брать эту тарелку. Получается так, что Раби Исхак здесь избирает жесткий путь, который говорит, что нам не нужно путь, раньше надо было делать. И, да, если есть вещи, которые в принципе подлежат в этот Йом-Тов использовать. Их можно защитить. Это вещи, которые не подлежат. Например, сушащиеся кирпич, да, солнышко. А солнышка-то нет уже. Он уже и дождик капает, а вот уже и проливной практически. Вот, и все тогда. Завтра обратно лепить. То учить в промежутке. Все остальное время. Так. Да, дальше, да? Так. Наша мишна, собственная мишна. Они просто говорят, из языка самой мишны мы вроде бы видим, что... Получается так, что вроде бы как сама мишна своими словами, да, поддерживает жесткую линию Раби Ицхака. Что же она говорит про пирот? Потому что она говорит про пирот. Совершенно верно, да. Айды? Ага. Нет, это сейчас у нас пинг-понг, да? Один наезжает на другого, тот отмазывается и начинает шарик обратно. Раби Ицхак вроде бы как, ну или там, некто от имени Раби Ицхака наезжает на, кого там, на Улу, да? И говорит, ну как же, вот в Мишне написано «пирот», а, «пирот», а ты про кирпичи говоришь. Тут, значит, обратно. Что он говорит обратно? Что значит? Куадзинов. Такой закон, ну, можно сказать про закон, да, такой закон и про кирпичи. Тоже. А мишна, потому что в начале учила сбрасывают плоды, то
и тут у Мишни есть некоторая инерция с точки зрения мудрецов. Это действительно, действительно есть такая штука. Так и тут до кучи она говорит про плоды. А на самом деле имеет в виду и кирпичи тоже. Говорит, так бывает, так бывает. Он говорит, у Мишни есть своего разные инерции. Если она говорит про одну и ту же вещь, она дальше говорит в рифму. Она начала говорить про плоды, и дальше говорит про плоды. Но имеет в виду и кирпичи тоже. Ну, возможно, имеет в виду и кирпичи тоже. Правильно имеет в виду. Но, по крайней мере, я Ула хочу... Он хочет сказать так. Правильно я поняла, что родитель говорит, если Миша сказал про пирот, она имеет в виду про пирот. Пирот, а не кирпичи. А тот говорит, а если она сказала про пирот, то потом она говорит про пирот, то вообще она имеет в виду про пирот. Нет. Она говорит, что она во второй раз говорит про пирот, просто только потому, что она в первый раз тоже говорит про пирот. А на самом деле во второй раз она имеет в виду и кирпичи тоже. Которые не упомянуты, но мало ли и пирот, там, а уж это самое. Что угодно. Не что угодно нужно защищать от дождя, только определенные вещи. Да, Улай говорит, все что угодно можно защищать от дождя. Это ровно то, что он говорит. Все, что нужно защитить от дождя, можно защитить под дождя. Это говорит, что Атилу Авира де Ливни это самый крайний пример в некотором смысле. А что она там дает, молоко там, или телята, там, ну, неважно, значит, как бы он говорит, хорошо, он говорит, а почему тогда во второй раз сказано пирог? Ну, он говорит, во второй раз сказано пирог, потому что первый раз сказано пирог. А на самом деле имеется в виду и теляты, и кирпичи, и там, я не знаю, пенички, и еще что-нибудь. Вот книжки, например, можно открывать? Книжки, есть проблема у них. Есть проблема, потому что у них книжки были только священные. Ну. А что вы думаете по поводу Не, у них, понимаешь, у них ни священных книг было обычно не было. Поэтому священные книги понятно, ну, как бы интуитивно ясно, что можно подать. А вопрос-то не священный. Я хочу только смотреть, что получается. Давайте. Нет, Талмуд это не книга, Талмуд это устное учение. Священные книги у них были Танах. Свитки. Свитки Торы и пророков. Все путь, конечно. Если вдруг окажется, что твоя книжка Медах Леделев, да, походу струйка воды, то, наверное, ее можно как-то спасти. Интуитивно ясно. Я как бы сейчас... Ее даже от пожара можно спасти. Походу так. Так что да, можно. Все, ну ладно. Грудь можно. Мысль интересная. Добрый что? Да. Значит, получается, правильно ли я поняла, что это раб Ула считает, что не то, что нужно набрать учителя, а он делает, что можно в том числе ему. Да, в том числе ему, это ровно. Это имеется. А если в том числе ему, то это значит любые вещи вообще.
Любые вещи вообще, которые подлежат спасению от дождя. Это не за спасение от дождя. А он говорит, это Ула говорит. Рабиша говорит, нет, мужу нельзя. И он говорит, ну как же, вот же, написано перон в Мишне. Что ж ты мне это самое, свои кирпичи суешь? Он говорит, а как же, это же потому что перон, у него написано, потому что вначале написано перон. Интересно, такая инерция Мишни, она умеет так делать. Вот. А может, второй раз она имеет в виду кирпичи, и теляты, там, книги, и там, такие разные другие вещи. Теперь опять будет говорить на тогда на базу Палестине. Послушай, Раби Ицхак тоже вавилонянин. Он приехал сюда, естественно, и получил то Раби, но... Дело в том, что в описываемый период здесь не продохнуть было от вавилонских мудрецов, которые, ну, были на мир, которые туда приезжали и делали академическую карьеру уже здесь. Ну, там было жить богаче, а здесь умнее. Ну, как шпектизм. Ну, нет, там тоже там учились серьезнее. Да. Здесь было престиж для учебы. Вот. Поэтому тут, они все поголовно, кроме Раби Йохана, но все остальные вместе, остальные народ. Все сегодня упомянуты. И Раби Аси, и Раби Зейра, и Раби Ицха, и куча всякого народа. Они все вавилоняне. Только Раби Йохана и Рейш Лакиш нет. Ну, давай. И это вроде тоже работает на Раби Ицхака. Сейчас посмотрим дальше. Да, тут уже ты, тут ты на инерцию уже не спишешь, да, как бы, да, тогда я дальше первый раз упоминаю, больше не было раньше. Почему он тогда не сказал Лавини? Это Раша, это я тут читал. Раша говорит, если бы он хотел распространить эту тонкость на мукцы, он бы сказал Лавини. И вы больше кенели, он бы сказал кирпичи. И вы больше кенели. Да? Тогда нужно это все автоматически распространялось бы и на Кадышай, и на Кадышемин, на наш про Кадышемин, и следовательно, она как бы не дошла до уровня мухи. Опять, это ответ опять, судя по всему, ответ Улы, да. Да, да, это как раз еще любопытно. Это ты, и поэтому что? О! Молодец. Отлично! Это отделить десятину в сам Йом-Тов нельзя. Это причина. И поэтому она ну, почти мута. Совсем просто, но она почти мута. Вот. Он говорит, когда я и когда Шевель. Так это Штевель. Она же сама по себе мута. Да, мы до кирпичей дойти недолго. А почему ты решил, что нет? Пока Мишна мне не противоречит, я могу ее объяснить своим образом, правильно? Я же как бы, да, я могу, пока сова на глобус натягивается, все хорошо. Как бы, когда порвалась, уже висит следующее. Объясняет один из способов, как он
у него шита такая. И он говорит, мне Мишна не противоречит, мне не противоречит, давай пока едем дальше. Пока не противоречит, едем дальше. Рабицкий тоже, то, что сказал Рабицкий, тоже нигде не написано. Да? Он говорит, говорит, ну, пирот, нахрена, он говорит, пирот, разные бывают. Да, бывали такие, что и кушают всяких кирпичей, там, да, у них красавцы. Ну, например, это могла бы быть логика послабляющего ула, действительно. Да, интересное замечание, да. Ну, это тоже могло бы быть соображение, если бы они сами про это что-нибудь сказали. Но пока им и без этого хорошо. Они говорят, пока мне Мишна не приведет, ты, Рабби Ицхак, не сможешь меня опровергнуть. А мне этого очень не надо. Я на тебя пока не наезжал. Ну, Ура пока действительно не наезжал на Рабби Ицхака, да, пока у Рабби Ицхака вроде бы позиция сильнее, да, потому что Мишна вроде бы легче истолковывается в его сторону. Но Ура говорит, позвольте, а где сказано, что это Бюро Друина Хила? Там написано, вот я читаю, не написано. Может быть, это как раз, мы же как раз Тевель, а он как раз Муция. Вот, да, и тут даже я на кучу кирпичей добавлю, нормально получится. О, видишь, у него как бы еще и выруливают сейчас. Это Ула все говорит. Окей. Это вот ровно то, что, кстати, Ашка сказала примерно. Ну, не совсем, но передал почти, да. Ахинами Миставр — это замечание редактора по этому поводу. Он говорит, и это действительно представляется логичным. Да? Да. Да? Да, да, да. Нет, что речь идет про кувшины с вином и маслом, которые можно использовать. Нет, но ведь он уже говорил в начале про перо. Эти плоды яйна кадешер ничем не отличаются от тех же самых яблок, которые я могу есть. Да. Он говорит, и поэтому он говорит, ахинам мистабра, если он повторяет еще раз, в сущности одно и то же, значит, это не совсем одно и то же. Значит, какая-то другая фигня. Да? Значит, это твой аргумент был, да? Какая-то другая фигня. Значит, какая-то может быть фигня. Это может быть фигня, от которой ничего не отделено. А раз оно не отделено, я его использовать не могу. И значит, не могу и перевещать. А накрыть-то, получается, могу. Вот тут даже и кирпичи заодно. Вот тут же навес. Ответ. Вот. Теперь уже пошел обратно наезд. Да? Получается, что когда они сказали «Ахинами Мистабра», тут уже Ула начинает убеждать, как бы, да? И Рабби Ицхаку приходится как бы отмазываться. Да? Вот что значит, он отмазывается. Ну, это все, я думаю, на уровне редакции. Да? Потому что обычно обсуждение Гемария, ну, бывает разное, но обычно обсуждение Гемария устроено так. Некие мудрецы спорят. Они давно умерли. Сколько, 200 в данном случае. Редакция Талмуда как бы восстанавливает за них аргументацию, вот, как если бы они были живы. Иногда, да, иногда мы имеем в чистом виде спор, да, когда оба участника участвуют в публичном.
но весьма часто у нас как бы бывает спор виртуальный, да, на уровне редакции. Самые умные там вообще были вот, вот эти ребята, которые тоже. Это Раваш и его сын, и его уже. Это был мощнейший умный. То есть, как, тут вообще, вообще. Вот. И вот. И все это идет более-менее на уровне редакции. Он как бы говорит, а вот такой аргумент. Он говорит, не, ну так. Так, ведь это же может быть... А, ну да, действительно. И получается так, и по логике вроде так получается. Вот аж вот, сама сказала. Как, а зачем же они говорили про Кадаянь, Кадаишин, если они уже сказали про Перо? Так это же, наверное, другие Кадаянь, Кадаишин. Они говорят, о, стоп, стоп, стоп. А теперь, а что бы Раби Ицхак, наверное, сказал? Он же тоже не дурак. Лей, да. Нет, их скрыха. Ему нужно да, об о них сказать. А, да. Да, да. Что для А, что если будет большой ущерб, то надо отбегаться, да? А если манги... Ты фиг бы с ним. Ты фиг бы с ним. Вот поэтому нам сообщается, что наоборот. А Машмал, он это обычно переворачивает то, что сал когда-то хранит. Да? В смысле, что мы могли бы подумать, что если у нас гниет там 2 тонны инжира. Ну, блин, 2 тонны инжира, это же дофига денег. А если у меня стоит маленький кувшинчик вина, ну, вот еще туда еще немножечко воды, да и я быстро. Про змею мы обсуждали в начале урока. Я не знаю. Змея, может быть, аргументом только когда на этот кувшин никто не может. Здесь явно ситуация не понимает. Он говорит, что кувшин да, 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 да. Даже в случае малого ущерба мы можем пойти. Да. Нет, да, он говорит, нет, это такие же кувшины с вином и маслом. Они совершенно разрешенные. Это рабийцы, да? Ну, как бы рабийцы. Вот. Они совершенно разрешенные. Просто. Он добавляет их, потому что, когда ты говоришь перо, тебе сразу рисуется в голове большая куча чего-то там, которая гниет. Это очень стрёмно, и тебе сразу хочется ее чем-то накрыть. Да? Теперь он говорит, ну, а когда, значит, стоит отдельный маленький кувшинчик вина, который все равно ты будешь потом разбавлять водой, да, как будешь его пить. Ты все равно один-четырем его разбавляешь водой. Не, ну такой кувшин такой. Амфора, большая амфора называется хави. Да, и она, скорее всего, будет закрыта или... А тут у тебя, ну, кувшин ты начерпал, там 2 литра вина. Ну, накапай туда пол-литра воды, да хрен ты с ней. Ну, немножко она упадет. У меня вопрос, также ты выбрал это продолжение аргументации. Но это все равно будет продолжение аргументации. То есть, как бы, это спор длинный. Да, я думаю, что мы можем закончить здесь. Это, да. Можем здесь закончить. А ты приходи к началу. Значит, а следующий раз мы просто повторим. Ну, я повторю сам, как бы это продолжим. Я всем напоминаю, что месяц марта, пожалуйста, а тебе не платить вопросы.
не сегодня, но в следующий раз. Так, в следующий раз. А, да, у нас, у нас Пурим прекрасно, значит, пролетает мимо нас.